Мешок пеленок, наш лордик и подарки для внучки. Вчера к нам в сельский мини-приют Людмилы Чернецкой приехал мешок пеленок от Елены Артемьевой. Это просто настоящий клад для нас. В который раз этот замечательный человек нас спасает. В последнее время пеленки и подгузники стали настоящей катастрофой. Именно катастрофой. Так что число хвостиков, которым необходимо одевать подгузники, увеличивается, к сожалению, с каждым днем. В подгузниках ходит уже даже овчар-лорд, крупный пес. Плюс пеленки, которые женщина ему подстилает дома на подстилку. К сожалению, от болезни никто не застрахован. У лордика вот началось держание мочи. За ночь набегает у него 2 памперса целых. Было бы тепло и тихо, можно было бы тогда его перевести обратно на улицу, в домик вольер. Но наш старичок настолько привык к дому, уюту, теплу, что даже на прогулку волонтер его с трудом выводит, просто с уговорами какими-то. Он не хочет выходить просто из клетки, он не хочет передвигаться по дому. На 19 число мы записались на УЗИ, долго ждать, но увы. Очередь. Раньше попасть никак не получится. Не знает также хозяйка, найдем ли мы машину к тому числу. Все в это тоже упирается. А пока мы лечимся своими силами, благо хоть какой-то опыт в этом есть. В посылочке также было много замечательных подарков для наших собачек. Спинальников, многоразовые пояса, одежда для котика, сфинкса, Рамзика, который у нас голенький и часто ходит в одежке разной. Ошейники и игрушки для внучки-волонтера, а также для нее одежка. Дорогая Елена, от всего сердца огромное вам спасибо за вашу неоценимую помощь. Думаю, в принципе, по фотографиям все видно, как насколько всем все понравилось, насколько это все было очень нужно.